лес оббежали в поисках крапивы. Да, вот заехали в лагерь, березки, бывший лагерь. И вот в поисках крапивы. Я знаю, что она вон там, вон на горочках растет. А здесь по лесу ищем, ищем, нет. Зато вот эти знатные листья одуванчиков. Я их беру и на салат. Щавля мы недавно насобирали, щавля нам не надо, здесь его и нету как-то. Зато я увидела грибы. Вот, покажу сейчас, какие я грибы увидела. Случайно, я даже камеру не брала сразу. Думала, ничего тут нету. Ну вот, а они тут и есть как раз. Вот они есть. Вот какие грибочки. Сейчас даже покажу, их много очень. Ой. Ой, как пахнут вкусно, как вкусно пахнут. Вон там еще один. Очень вкусно пахнут эти грибы. Прям бесподобно. Вот. Если б я знала, что их можно есть, я бы их, конечно, съела бы. А так, ой-ой-ой, сколько комаров сразу в руку впились. Вот. Вот такие грибочки, вкусный запах. А там еще одна полянка, сейчас покажу. Эти еще красивее. Это тот же самый сорт. Те же самые грибочки. Ну, трогать я их не буду. Комаров, конечно, много. Как везде. В лесах мы ничем не намазались. Опять по делам сюда приезжали. Наши москвички приехали. Девочки. Будут здесь целый месяц. Племянника, дочки. Ну вот, и теперь мы... У нас забот прибавилось, конечно. Ой, какие грибы интересные. Если кто-то знает, я думаю, это энтолома какая-нибудь, то скажите. Да. Все, пойду дальше. Искать грибы не будем, крапивы я все-таки нашла. Выход. Выхожу. Здесь места такие, что чаще и не пролезешь. Выхожу один я на дорогу. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо, что это такое? Старели. Они уже хрупкие, ломкие. Что это такое? Типа блюдцевиков. Дисцина какая-нибудь может быть. Даже и не знаю. Да, точно. Точно дисцина. Вон жилистая. У нее изнанка. Ну, они уже подсохли маленько. Ладно, и то интересно, на одном месте какие-то грибы попались. Шикарно. Шикарно. Ножка такая вон какая-то. Мягкие грибы. Все, иду. Еще один гриб рядом с этими коричневыми чашечками. Еще один грибочек. Так что грибы какие-то все-таки есть. А мне пора отсюда уходить. Комары надоели. Заканчиваем свою прогулку. Всем пока-пока. И до встречи.